три друга. Песик, Барбосик и веселый Палкаша. Бегали, играли и мечтали. И вот однажды летним вечером решили отдохнуть и помечтать. Песик говорит: больше всего на свете я люблю конфеты. Шоколадные, мармеладные и ириски. Я б съел целую вазу, но мне мама не разрешает. Барбосик засмеялся, ха-ха-ха, говорит: ерунда какая, настоящие собаки любят охоту. Оп! Вот наступит зима, стану я на лыжу и ловить зайцев пойду. Ой, ха-ха-ха-ха-ха, рассмеялся веселый Палкаш. Вот у меня мечта, так мечта. Хочу стать великим футболистом. Задумались тогда друзья. Что нужно для того, чтобы мечта исполнилась? А как вы думаете, ребята? Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы узнать продолжение этой истории.